Соревнования по настольному теннису прошли в Брянске. Участниками турнира стали спортсмены с ограниченными возможностями и духовенство епархии. Призы турнира, веб-камера и акустическая система для компьютера были предоставлены Брянским отделением Национального благотворительного фонда. Мероприятие прошло в Центре реабилитации инвалидов. В этом центре люди активно участвуют не только в спортивных мероприятиях, но и получают духовную поддержку православной церкви. Участвуют в таинствах, служат молебны, совершаются паломнические поездки. После товарищеского турнира состоялось чаепитие. Участники соревнований договорились провести в ближайшем будущем рождественский теннисный турнир уже на базе Брянского духовного училища.